Всех приветствую! Сегодня хочу вам рассказать, как перевести любой сайт в браузере Google Chrome. Есть вот такой вот замечательный сайт – Taobao. Это внутренний сайт для китайцев, например, как OLX и так далее. Чтобы его перевести, нужно клацнуть правой кнопкой мыши и нажать кнопку «Перевести» на русский. Переводит, конечно, оно вот так вот, но здесь зато более-менее понятно. То есть футболка, хлопок. Здесь для дома, здесь для мобильных, нижняя одежда, женский бутик. Вот здесь нормально все. Но если опуститься немножко ниже и нажать опять перевести, то у нас все отлично переводится. Допустим, домашняя обувь. И вуаля, у нас все отлично написано. Тонкие, милые, мультяшные, волосатые тапочки. То есть перевод отличный. Также сбоку все отлично тоже переведено. Я думаю, я тебе помог. Также можете очень легко зарегистрироваться. Я надеюсь, я вам помог. Ставь лайк, подписывайся на канал и жми колокольчик. Всем пока! Легко быть богом.